Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Кроме Тебя нет иного Бога. Мы, Господи, к Тебе прибегаем. Великие щедроты Твои, Ты всюду присутствуешь. Единый, вечный Господь Бог наш, слава Тебе! Мы спустились в это место развращения, горя, обмана. Это Содом и Гоморра, чтобы им возвестить слово истины, чтобы дети услышали о Христе, умершем за них, чтобы после смерти они наследовали царство, а не одну могилу. Ибо безбожник будет брошен в озеро Огненное, где будет мучиться с сатаной день и ночь в бесконечные веки, а верующий в царстве Христа будет. И мы просим благословения на детей, да сохранит Господь их в святости, целомудрии, в чистоте. Помилуй, Господи, помилуй. Ты Бог, сотворивший этот мир, прекрасный и дивный. Слава Тебе! Научи нас во всем творении видеть Тебя в живых и неживых организмах, деревьях, плодовых, животных, птицы, рыбы. Все говорит, Ты дивный Господь, Ты чудно сотворил. И все на пользу человеку, и все различное, все прекрасное. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Нет иного Бога, кроме Тебя, и нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Тебя, Господи, Отец Небесный послал, и Ты воплотился от Духа Святого и Девы Марии. Ты учил людей, как жить, но люди озлобились и убили Тебя, распяли на кресте. И каждый крест всюду свидетельствует о Твоей победе над смертью. Мы просим Тебя, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ты сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, ибо так Бог возлюбил этот мир. Слава Тебе, Господи, за любовь. Имя Тебе – любовь. Хвала Тебе, наш Господь. Время коротко. И с чем мы придем на суд Божий? Ангел Господень, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил меня. Не покинем смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки вечно от царства Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иного Бога слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости, Господи, и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Обрати нечестивых, озлобившихся, не познавших пути любви. Дай им понять, что будет суд Божий, и за каждое слово придется отвечать. За все их хамство, за все сквернословие, за блуд, табакокурение, серебролюбие, обман, прелюбодеяние. Ни один грешник несчастливый не будет в раю. Он будет мучиться с сатаной в гиене огненной навсегда. Обрати их, Господи, коснись их сердца. Ибо если они будут пленены где-то, кто им поможет? Только Ты, Господи, знаешь путь человека. Найди, пощади. Не погуби. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалом 127. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем. Сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благослови тебя, Господь, Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиля. Аллилуйя! Хвала тебе, наш Господь, слава тебе!
3000 лет назад. Сказаны эти слова, и они живы и сегодня, и поются. Благодарим Тебя, наш Господь. Милости Твоей полна земля. Аллилуйя! Сатана мучает людей, которые не принимают Христа. Они беснуются и падают в обморок. Прости нас, Господи. Слава Тебе. Прости, Господи, и помилуй. На Тебя уповает душа моя. Благослови достояние Твое. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. Тебе хвала и слава, честь и поклонение во веки веков, ибо Ты достоин прославления. Прошу Тебя, Господи, прими нашу молитву. Псалом 128. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали ората и проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровле, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает. Который жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас. Благословляем вас именем Господним. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И 30 столетий поются эти слова царя, пророка, псалмопевца Давида. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Прости нас и помилуй! Коснись, Господи, тех, кто находится здесь, в этой тьме, прелюбодеяния, лжи, клеветы, сквернословия, табакокурения и наркомании. Коснись их, Господи, обрати их к себе. Да познают они Твою любовь. Аллилуйя! Пощади, Господи, ибо человек с праха взятый в прах возвратится и никогда не восстанет заново до суда Божия. Будь милостив к нам. Ты сказал: даю вам две заповеди. Первая наиважнейшая – возлюби Господа Бога твоего всем умом твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоею, всем помышлением твоим и всей душою. Аллилуйя! И вторая подобная ей – возлюби ближнего, как самого себя. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Боже, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Псалом 129. Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замещать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеет пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стража утра. Более, нежели стража утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И это обетование исполни Господу, чтобы народ Твой Израиля приняли Тебя. А они ждут другого Мессию, который окажется Антихристом. Прости нас, Господи, и помилуй. Слово Твое не ложно, и от Тебя никто не скроется. Все явятся на суд, и каждый ответит за свои дела. Прости нас, Господи, прости. От доброго дела никто не прячется, а желает, чтобы видели, как город на вершине горы. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Люди собираются здесь не на добрые дела, а на прелюбодеяние, блуд, чревоугодие, пьянство, табакокурение, наркотики. Прости, Господи,
Всякую нечистоту сатана вложил в человека неверующего. И только Бог его может от этого избавить. Только всемогущая сила Господа может поднять его из трясины болота и восставить на камни. А только ты, Господи Иисусе Христе, пронзенной дланью можешь поднять. Слава тебе! Благодарим тебя за сей день. Сколько ты позволил сказать, сделать, все да будет во славу твою. Очисти, омой, убели. Аллилуйя! Проклят человек, который небрежно делает дело Господне. Слава тебе! Благодарим тебя, наш Христос. Великие щедроты твои. Аллилуйя! Ибо приближается суд Божий. И где окажется человек, не знающий тебя? Огонь тот адский, никакой водой не зальет. Поэтому Господь говорит, плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. К Тебе прибегаем, Господи, имя Твое прославляем. Да благослови детей, Господи, сохрани их от греха, от всего, что не славит Тебя на этой земле. Ты сказал, пустите детей приходить ко Мне. Ты из-за них умер, пролил пречистую кровь. Слава Тебе! Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. На Тебя уповаем. К Тебе прибегаем, Тобою хвалимся. Аллилуйя! Псалом 130. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я души, не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Не смирял ли я? Слава Тебе, Господи! Прости и помилуй нас! Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ты наводишь ужас крестным знамением на нечестивых. Они столбенеют и падают. Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе, милосердный Создатель! Аллилуйя! Прости, Господи, и помилуй. И найди новые души, желающие услышать благую весть, что из-за них умер Господь Христос на Голгофском кресте. Ты дивно вели, Господи, и слава Твоя да превыспренних. И никто не может сравниться с Тобою, Господи. Хвала Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя.